В этом году исполнилось 80 лет судоходства на реке Индигирка. В поселке Белая гора Абыйского улуса проходят различные мероприятия, приуроченные дате. Белогородская средняя школа тоже не осталась в стороне. Там коллектив учеников, родителей и учителей начальных классов представил проект «Индигирка», посвященный реке и тем, кто стоял у истоков открытия транспортного пути на Индигирке. Школьники смастерили пароходы, макеты судов, придумали новейшие виды транспорта. Родители испекли особенные блюда из рыбы, а учителя провели открытые уроки. Цель этого проекта ясна. Она отдает прежде всего любовь к родному краю, любовь и заботу о нашей Индигирке. Благодаря ей мы, абычане, живем, радуемся, любим свой край.